Всем привет! В сегодняшнем видео хочу кратко показать, что надо сделать перед укладкой керамогранита в душевой, то есть подготовка, так как все перегородки из гипсокартона, все углы проклеиваем гидроизоляционной лентой. Ленту также клеим на гидроизоляцию. Далее произведем гидроизоляцию стен душевой кабинки. После того, как проклеили углы и нанесли гидроизоляцию, приступаем к сборке стола. Он нам понадобится для резки плит. Итак, собрали стол и установили плиткорез. После того, как сделали разметку в санузле, приступаем к подрезкам. Установили линейку по снятому размеру. И делаем серийную резку. Таким образом, плитка получается одного размера, а процесс работы у нас ускорился. После того, как нарезали все подрезки, приступаем к облицовке. Размер плитки 1,20 м на 60 м. Как вы уже поняли, укладку начинаем со второго ряда, так как первый ряд будет подрезаться для общей симметрии. Да, конечно, перерасход плитки будет очень большой, но красота требует жертв. Как вы видите, плитка слегка горбатая, и нам приходилось ее выравнивать виброприсоской. В процессе укладки нас очень сильно выручила вакуумная присоска, а все стены поклали за пару дней. Далее произведем монтаж откоса. Вот так вот у нас все получилось, когда есть нужный инструмент.
осталось подойти плиткой к дверям. Облицовку стен мы закончили и далее приступим к установке трапа. Но это вы увидите во второй части. Друзья, кому не приходят уведомления, нужно переподписаться на канал и нажать на колокольчик. А у меня на сегодня все. Всем пока и до новых встреч, друзья. Спасибо за внимание.